К работам специалисты Ульяновск водоканал приступили в 9:30 утра 6 сентября. В этот же момент в микрорайонах 3-м, 4-м, Тути, Университетская набережная и поселке моторного завода отключили холодное водоснабжение. Исключением стали здания станции переливания крови Ульяновской областной больницы и диализного центра. В Кендяковке снизили параметры подачи воды. Рабочие время ни зря не теряли. Начали врезать новые участки магистральных водопроводов в районе Минаевского моста. Построено порядка 100 метров нового водовода в двух нитках. Трубопровод из полиэтилена ПНД марки СДР-17. Лежит все это дело в футляре. Проведено оперативное переключение, сброс воды с водопроводных сетей. И на данный момент мы ведем работы по переключению вновь построенных сетей на новый участок. Как нам пояснили, новый трубопровод прослужит не менее 70 лет. Перенос коммуникаций был необходим. Они попадали под строительство новых подъездных путей к микрорайону Университет. В обновление также вошел участок на улице Облукова. Напомню, здесь сейчас строят новый мост в створе улиц Шевченко и Смычки. Выполнен вынос участка водовода номер 6 диаметром 1000 мм, порядка 350 метров. Специалисты работают с опережением графика. Закончить планируют к полуночи. Еще 4 часа нужны для подключения сетей. В итоге уже к 5 утра 7 сентября водоснабжение вернется в квартиры горожан. На время ее отсутствия организовали подвод жизненно необходимого ресурса. Это техническая вода в кубах, питьевая вода в 5-литровых бутылках. Последнюю доставляют маломобильным гражданам. Узнать более подробную информацию, подать заявку на подвоз воды можно по телефону 73 53 33. Александра Никитина и Даниил Сурков. Ул Правда ТВ.